Ходченкова Светлана – российская актриса театра и кино. Запомнилась телезрителям по ролям в российских фильмах, а также съемками в голливудских картинах. Ее имя по-прежнему остается в топе запрашиваемых имен российских звезд кинематографа. Режиссеры ценят актрису за профессионализм, за женственность. И близкие знают Светлану как человека, действительно с железным характером. Актриса родилась под знаком зодиака Козерог 21 января 1983 года в Москве. Семья Светланы также длительный период жизни провела в городе Железногорске. Родители девочки вместе не жили, поэтому вся забота о ребенке легла на плечи матери. Женщина не боялась любой работы, трудилась на стройке уборщицы, дворник. Когда Светлана стала знаменитой, Татьяна Владимировна не бросила заниматься собственным делом. Сейчас у нее своя строительная бригада. До 2010 года личная жизнь Светланы была тесно связана с актером Владимиром Яглычем. Молодые люди познакомились в Щукинском училище. Владимир учился на курс старше. При знакомстве сразу понравился Ходченкова. Романтические отношения между ними начались позже. В 2003 году Светлана получила предложение сняться в картине «Тихий московский дворик», удивившись, что на роль супруга в фильме утвержден именно Владимир. Эти съемки стали счастливыми для пары, ведь между молодыми людьми завязался роман. В 2005 году Яглыч и Ходченкова сыграли свадьбу, брак просуществовал 5 лет. За это время актеры так и не обзавелись детьми, так как оба были увлечены карьерой. После развода со своим мужем Ходченкова начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Он сделал предложение возлюбленной на сцене в театре после завершения спектакля с участием Светланы. Несмотря на то, что актриса ответила утвердительно, свадьба так и не состоялась. Вскоре о личной жизни исполнительницы вновь заговорили. В ее избраннике записали Дмитрия Малашенко, коллегу по актерскому цеху. Но в 2018 году Светлана возобновила отношения с Георгием. Об этом сообщил репортер, предоставив доказательства совместной фотопары, которые были сделаны во время отдыха на Бали. Осенью 2019 года в СМИ появилась новость о романе Ходченкова и Семена Слепакова. По мнению гостей церемонии вручения премии «Человек года», они производили впечатление влюбленной пары. Ранее их заметили целующимися во время экскурсий по Эрмитажу. Продюсер и актриса познакомились во время работы над проектом «Домашний арест». Позднее знаменитость прокомментировала слухи о своем романе с Семеном, сообщив, что они всего лишь друзья и коллеги. На том мероприятии, где были сделаны совместные снимки пары, Светлана была в компании режиссера Александра Молочникова. Однако журналисты сочли кадры со Слепаковым более интереснее. В 2020 году на церемонии вручения премии «Золотой орел» артистка появилась с помолвочным кольцом. Новость о ее беременности не подтвердилась. Ходченкова была одета в облегающее платье золотистого цвета, которое подчеркивало все достоинство фигуры. А репортеры предполагают, что Светлана приняла предложение Петришина и даже переехала в его апартаменты. Сама артистка отказывается от каких-либо комментариев.